сидит он модный. Зая, поехали, нам с тобой нужно в салон ехать красоты. Так едь, что машина здесь стоит, чего ты от меня хочешь? Нет, ты не понял, я тебя записала на маникюр. Меня? Тебя. Ты нормальная, нет? Да нормальная я. Ну, Зая, ну вообще, как тебе еще объяснить? Ну, твои руки, посмотри на свои руки. Чего с ними? Ну, как у шахтера. Какого шахтера-то, Наташа? Нет. Нормальные руки. Ага, а на ногти посмотри. Где-то обгрызано, где выросло, не понятно. Да где? О, нормально все, ты че, какое? За усеницы у тебя. Отстань, я тебе сказала, а? Я мужик. Какой маникюр, Наташа? Ты не понимаешь, это сейчас очень модно, когда мужчина следит за собой, ухаживает, делает маникюр, педикюр. Знаешь, сколько звезд даже делают маникюр? Вот, например, Даня Милохин, Моргенштерн. Отстань, я тебе сказала. Он замечательный мастер по маникюру и педикюру. Педикюру вашу вот это. Иди от меня, Наташа. Ну не надо позорить меня. Все, уйди. Ну что фигню-то говоришь какую-то? Никуда не поеду. Ты меня любишь? Почему здесь это, Наташа? Да как придем? Потому что мужик должен за собой ухаживать. Что мне теперь идти вот... Ты не видела вот своего вот этого педикюра? Ну, хватит, ну ты его не знаешь как мастера. Да не поеду, я тебе сказал, никуда. Хватит. Все, езжай, не буди из нас мой город долой. Не приставай ко мне. Да я не пристаю к тебе. Я все равно никуда не поеду, я тебе сказал. Поедешь. Отстань. Поедешь. Отстань. Зая. Отстань, я сказал, от меня. Поедешь. Все, не доводи меня до греха. Да, ну ты мне потом еще спасибо скажешь. За что? За то, что у тебя будут красивые ногти. Мы тебе еще их покроем. Да меня в подворотне убьют какой-нибудь здесь, пока домой иду. У нас, блин, алкаши, вон тут везде шляются. Грохнут меня, ты что? Иди отсюда, я сказал, Наташа. Ну хватит, ну не доводи меня лучше. Мы тебе покроем нормальным укрепляющим лаком. Отстань от меня. Ну как тебе объяснить еще, а? Никак не надо объяснять. Иди вон сама и делай свои вот эти всякие ногти, брови, ласы свои там. Кстати, тебе еще надо брови сделать. Тебе надо мозги сделать, Наташа. Мозги надо сделать тебе. Тебе надо их подстричь. Мужики, они не такие. Красивые они родились. Конечно. Ухаживать за собой надо, чтобы быть красивыми. Я не знаю, что ты сказал. Ты как сказал, что ты фигня. Ну, Зай. Отстань, я сказал. Иди от меня.